Сладенькие мои мурлычат котятки. Друзья мои, ну, яйцо первое я вам показал от своих фениксов. Ну, и здесь вот затесался один. Не феникс, порода не феникс. Вот. Яйцо я вам показал, и сегодня 1 апреля, и это не шутка. Сегодня им 5 недель, то есть 35 дней, и я обещал, что я их взвешу, и мы сравним с родителями. Вообще, зачем я вот занимаюсь вот этим взвешиванием постоянно? Кому-то это надо или нет? Вот не, кто-то спросит, да? Ну, недавно у меня Саша, канал «Хочу стать фермером-птицеводом», спросил, сколько съедает один эстонец, одна эстонка, до первого яйца. И я ему ответил, потому что я знаю, сколько съедает птичка до первого яйца, пока не снесет первое яйцо, да. И вот хочу сказать, недавно тут к одному из моих предыдущих роликов мой тезка, Эдик его зовут, смотрел там по пушкинцам моим отчет и мне написал: вот ты фантазер, в 2 месяца 1 килограмм. Я не понял его иронии, это много или мало. Ну, то есть там я про пушкинцев рассказывал, какие были затраты. Ну и вот в 2 месяца они весили 1 килограмм. Ну, для моей птицы это нормально. Я не знаю, как у кого. Вот, смотрите, я вам сейчас показываю царско-сельских моих красавчиков рыжих. Им 8 числа будет 2 месяца. Через неделю. В общем, через неделю им будет 2 месяца. Ну и давайте вот взвесим, вот курочку вот эту возьмем, петушка какого-нибудь, и посмотрим, сколько они весят, значит, за неделю до 2 месяцев. Вот без недели 2 месяца, в общем, им сегодня. Вот взял я девчуленку, рыженькую красавицу, так, на весах 0. Кладем ее на весы. Весит она 968, ну да, вот видите, скачет, 969 грамм. А! Полетела, засранка такая. Сейчас возьмем петушка и взвесим петушка. Теперь я взял Петьку. Петь, ну посмотри, ну, пища. Так, на весах 0. Кладем Петю. Ну, кило. Кило 60 грамм. Ну, вообще, вот, друзья, скажите, фантазер я или нет? Что я тут приукрашиваю или преуменьшаю показатель своих птичек? Ну, вот им через неделю будет 2 месяца. И такие веса показывают. Ну, в общем, друзья, как вы относитесь к своей птичке? Как вы за ней ухаживаете, чем вы кормите, пропаиваете, настолько и хороша будет ваша птица. Да, Петюня? Петька серьезный такой, смотрите. Ну ладно, вернемся к нашим фениксам. Сейчас пойду возьму коробку, чтобы их пересаживать. Ну, кстати, хочу сказать, они прям тут в месяц мы их взвешивали. Ну, визуально подросли. Петя у меня решил совершить побег из курятника. Все, посадим его назад. Иди, пескон. Взял я вот такую здоровущую коробку, чтобы их пересаживать. Ну, сейчас мы опять взвесим жителей одной клетки. Мы их также взвешивали. Узнаем динамику за эти 5 дней, если интересно кому-то. Ну, в принципе, узнаем все цифры, которые есть на данный момент. Могу, кстати, сказать несколько слов вот об их родителях. Вот, у меня вот здесь все записано.
Я из блокнота сделал выписку. Ну, в общем, они в 35 недель, ой, в 35, в 5 недель они весили от 230 до 250 грамм. Ну, я говорю же, я специально не старался их взвешивать, но вот веса были такие, и средний вес, в общем, был где-то 240 грамм. Очень было много птиц, которые весили 240 грамм. В принципе, я их сюда и отбирал, когда отсаживал таких вот, с такими весами. Вот, к этому моменту каждый из перепелок съели 769 грамм. Вот. Первое яйцо они снесли в 38 дней. И потом по нарастающей, значит, на второй день, там, третий, четвертый. Прям уже петухи дерутся, паразиты. Ну, буду их резать в выходные, убирать. Вот, по нарастающей через неделю, в общем, 50% перепелок уже неслись. Вот я их оставил, 42 девчонки было. Я их оставил, и 50% из них неслись. Через 3 недели уже эти 42 девочки несли в среднем по 36 яиц. Вот такие были показатели. В общем, приступаем к взвешиванию их детей. Так, ну вот первая партия, 2500. Тут с копейками прыгают они. Вот 2500. Блин, не остановится никак. Ну вот, 2540, в общем. Так, вот еще 10 перепелов. Ну, 2550. Вот опять тут они скачут. Когда замедляются цифра. 2550. Еще 10 перепелов. Последняя партия. Чуть чуть потяжелее. 2800. Ну вот, клетка пустая. 30 штучек их там сидело. Всех мы взвесили. Скажу, что родители их, значит, в среднем весили 240 грамм. Тяжелее 250 не было никого. Ну вот тут девчонку одну крупненькую выбрал. 269 грамм весит. Ну, в принципе, здесь немного таких. Вот еще одна девочка в коробке. Сейчас мы ее тоже взвесим. Ну, вроде кажется, что она крупненькая. Сейчас посмотрим. Ну, вот она тоже тут. Ну, 264 грамма. Вот тоже девчонка. Ну, это вот 265 грамм. Тоже девочка. Так, ладно, больше не будем их мучить. Ну, хочу... Тихо. Хочу сказать, что по 220 грамм особи здесь тоже встречаются. Ну и теперь я сейчас подсчитаю, подниму свои записи по кормам. Ну и сравним, какой получится у нас итог по фениксам. Слышите, как урчат? Я что-то первый раз слышу, чтобы они урчали. Такие. Ну все, друзья, подсчитал я все цифры. Кстати, вспотел, пока считал. Не так было мне жарко, когда я их взвешивал, как при подсчетах. Ну, в общем, скажу, что родители их, напомню еще, я, по-моему, сначала ошибся, сказал 220-250 грамм. Нет, посмотрел я записи, значит, они 230, минимальных я сюда сажал, до 250 грамм. Вот. Получается, ну, в среднем 240 грамм они весили. Вот. А дети, значит, уже весят 261 грамм, если быть точным. В общем, на 8% они тяжелее к 5-недельному возрасту, но съели на 57% дороже корм обошелся для них. То есть родители к этому возрасту каждый перепеленыш скушал на 23,50. Эти же у меня уже эту Пурину съели на 37 рублей каждый. Обычно мне к двухмесячному возрасту в 40 рублей обходится перепелка на саратовском комбикорме.
Эти вот 35 дней съели уже на 37%. Ну, кстати, потребление у них чуть меньше получилось. Каждый из них съел 752 грамма. Родители съели к этому возрасту 769 грамм. Ну, тут несущественно, да? Получается, там на 17 грамм родители съели больше. Ну, я говорю, это несущественно. Может быть, не в коня корм. Может, не стоит на них пурину-то тратить. В общем, не знаю, друзья, скажите. Ну, я, наверное, уже не буду их пуриной откармливать. Ну, смысла я не вижу в этом. Лучше пусть они у меня на саратовском комбикорме и продолжают свой рост. Но, может быть, техасики покажут другие результаты. Сейчас мы взвесим техасцев. Но это будет уже другой ролик, отдельный. Хочу только сказать, что потребление корма, что у фениксов, что у техасцев, абсолютно одинаково. Я им в равных долях корм насыпаю. Вот у меня такая формочка, одноразовый контейнер. И вот я каждый раз им по такому контейнеру насыпаю всем. Ну, сидят они у меня. Вот. Что техасцы, что фениксы равными количествами. Ну, то есть съедают они одинаковый корм. И сейчас мы техасцев взвесим и посмотрим, какой вес они показывают. Может быть, они набрали еще более достойные веса.